Ну давайте по стариночке, чё? Самый верный путь. Оказывается, чтобы быть счастливым, нужно всего лишь делать то, что тебе нравится. Поэтому сегодня мы будем наводить суету в Тирдаун. Часть первая. Поехали. О, идите. О, у меня целый дом. Эта игра нереалистична и стандартно навязывает для людей. Ты посмотри на этот уровень разрушаемости. Мне кажется, мы в эту игрушку чуть-чуть катали. Возьмите инструменты. Огнетушитель. Баллончик. Молот. Баллончик. Угу. Пойдет, пойдет. Возьмите предохранитель, чтобы подать питание. Ой, ёп. О, деревянный можем. В этом есть определенное извращенное какое-то удовольствие. Разбивать коробочки ударом молота. Возьмите предохранитель. Супер. Зайдите внутрь и проверьте сообщение. Как? Хорошо. У меня есть свой дом. У меня есть электричество. У меня есть компьютер. И молот. Счет за газ. Вот это мне не нравится. Только что пришел счет за газ. Честно говоря, я сомневаюсь, что мы дотянем до конца месяца. У тебя появились заказы? Поступил новый заказ. Звучит подозрительно, но нам нужны деньги. Что скажешь? Добрый вечер, я Гордон Ву, управляющий торгового центра Эвертайтс. Я ищу того, кто снесет это здание. Я готов заплатить сверхстандартного ценника за конфиденциальность и высокую скорость работы. Поехали. Так. Что у нас здесь есть? Слишком высоко, 5,2 метра. Окей, нам, видимо, не то, чтобы нужно снести здание, а чтобы самая верхняя его точка находилась достаточно близко к земле. У нас есть в запасе взрывоопасные баллоны с пропаном. Вон, куча строительной техники, которой мы можем пользоваться. И еще чуть больше баллонов. Давай попробуем начать с баллонов. Мне кажется, это неплохая идея. Да, нам даже подсказывают. Метните баллон с пропаном, чтобы взорвать его. Мы не будем его метать. Понял. Наверное, не самая лучшая идея использовать баллон с пропаном как таран. Давайте попробуем напихать целый дом баллонов с пропаном. Как бы постараемся без... Стоп. Вот теперь идеально. Попробуем оставить один здесь под лестницей. Один сюда на печку. Все, и последний баллончик, он будет зажигалочкой. Верите в этот план? Я не очень, но как бы проверить стоит. Я не знаю, насколько близко. Это даже не воспламенило другие баллоны. Ну вот это уже поинтереснее, окей. Что ж, потраченного времени жаль. Молот, настало твое время, брат. Не, ну это-то явно сработает. Че, нам осталось только отчепиться от печки. Ну давайте по стариночке, че. Самый верный путь. Нам надо добить. Слишком высоко. Мы близки, не клянусь. Напоминаю, миссия номер один. Во-во-во-во-во, все, изи. Изи, обязательно, все. 9 минут 31 секунда. Понимаю. Самое главное, ставить перед собой задачи, выполнять их и становиться с каждым разом немножко лучше. Пожалуйста. Спасибо. Так, новое сообщение от мамы. Ух, ну и утречка. Зря мы взялись за эту работу. Я знала, что здесь что-то не так. Здание входило в список культурного наследия. Мать его, понял. Только расследования нам не хватало. Я попыталась договориться, и она спустит дело на тормоза, если мы окажем ей услугу. Париса Тердиман. Знаете, что я обычно так не поступаю, но одно мое дело зашло в тупик, и мне нужно сменить стратегию. Я прошу вас одолжить компьютеры. Одолжить. Погнали. Три кружка, значит, три точки нужно будет сделать. Видимо, три компьютера спереть. Компьютеры ли? Тап, чтобы открыть карту. Пожарная сигнализация. Окей. Мы постараемся не разводить пожар, а в случае чего у меня есть мой надежный огнетушитель. Кажется, заперто. А здесь? Отперто. Угу. Помните, как я несколько секунд назад сказал о том, что я не хочу разводить пожар? Это был старый я. Я туда вообще... Да, в этом доме точно есть компьютер. Взять цены... Мы еще можем грабить дома. Это я уважаю. Извините, я войду.
Спасибо за компьютер. Так, и финальный... Понял, в самом дальнем гараже. Оп. Супер. Спасибо за компик. Драгоценностей не вижу. Эта дверь выбиваться не хочет, но и нам как бы и уже не нужно. Так, так, так. Вот она моя LTS. Задание выполнено. 3.44, это на мировой рекорд похоже. Никто так быстро это задание никогда в жизни не проходил. Устройство входа. В клиентской базе за последнее время упоминается лишь один клиент. Клиент указан как СВ. Никаких дополнительных подробностей нет, поэтому мне придется попросить вас еще об одной услуге. Вернитесь на химзавод Ли и добудьте устройство входа его сотрудников. Но, видимо, все станет немножко интереснее, потому что система безопасности усилилась, и теперь нам будут мешать камеры. Или что-нибудь такое. Проводные охранные сигнализации. Понял. Идеально. Так, вижу. Вижу, это наша первая точка. И сигнализация на месте. Понял, это мне не нравится. А, технически мы можем пам, пам, пам. И сразу выйти отсюда. Я не знаю, сколько нам дадут времени. Ну, в теории, типа, можно вылезти на трубу. И сюда... И где-нибудь, где он находится, с этой стороны. Оп. В идеале это через крышу надо сделать. Вот это самый простой прямой проход. Залазим на крышу. Прыгаем сюда, взяли, выскочили на улицу, вышли, сдали. Идеально. Ладно, с этим все понятно. Сейчас самая главная проблема, это после того, как мы залутаем в первом, добраться сюда на крышу. Вот она, вторая. Из второй выходим. Здесь есть изи подъем на крышу. Все, вопросов нет. Осталось только перепрыгнуть на эту сторону, забраться на крышу. Сюда хотя бы. Вообще идеально. Все, мы готовы. Ну давай сохранимся, раз игра предлагает. У нас всего минута? Ой, понял. Так, и... Здесь нам нужно залезть на крышу. Фейл. Понял. 30 секунд. Я вижу сирены вертолетов. Не идеально. Не идеально. Так скажу. Спасибо. Я забыл, здесь же так просто не перебраться. Хитро, хитро. Вертолет, конечно, меня спалил, но... Типа 4-8 секунд осталось, практически идеально. Видишь, все спланировали, типа хоп-хоп. Вот если бы не вот этот фейл с крышей, я надеялся запрыгнуть с этого контейнера наверх. Это был косяк, надо было сразу со стула прыгать на крышу, а не тянуться по этой трубе. А здесь, к сожалению, физика меня уронила, я немного запаниковал. Но победка у нас в кармане. Изи. Пожалуйста, вы достигли нового ранга, получите новый инструмент. Паяльная лампа. Я могу паять металл. Гордон Ву, у меня есть для тебя еще одна работенка. Сможешь еще раз применить свои навыки и разрушить одну из сдаваемых в аренду хижин? Да, я могу. Пожарная сигнализация нам только лишь мешает. А дальняя хижина, ее нужно разрушить. Сейф. Транспорт для отхода здесь. Складской сейф там. Что ж, я предлагаю пойти сперва в самую дальнюю точку. Так, и я предполагаю, что мне куда-нибудь наверх. И мы можем воспользоваться этим малышом, чтобы сразу залезть в окно. Здравствуйте. Утопите в воде цель. Это я могу. We'll be right back.
Я его утопил. Чё тебе еще от меня надо? Это было непросто. Так, это уже может сработать. Это может сработать еще лучше, если мы не застрянем. Смотри, я его даже поднять могу. Лен, мощь, блин. Изи. Опыт, на опыте. Я возьму красивую красную машину. Так, самый крайний домик мой. Понял. Но мне машина все равно здесь не пригодилась бы. Дом стоит на сваях. Сваи из дерева? Сваи из дерева. Ладно, с крышей чуть-чуть поможем. Изи. Пойдет. Так, и транспорт для отхода у нас здесь. Можем воспользоваться чужой яхтой. Идеально. Я бы сказал, идеально. Всего-то 14 с половиной минут. Я надеюсь, на эту карту не придется возвращаться с сигнализациями, потому что она очень-очень долгая. Получен новый инструмент. Покешьте. Покашка-покашка. Дробовиктор. Подвернулось еще одно дельце. Поможешь мне доставить этих двух крошек? Ну попробуем, что есть у нас выбор, нет? Машина на корабле, машина на складе, документы в офисе, запчасти на складе. Сюда нужно оба автомобиля пригнать. И я предполагаю, что у меня будет всего типа минута. Начнем с того, что сломаем все ворота на пути автомобиля. Вот он. Да, у него есть сигнализация. Но если мы его привезем на погрузчике... Ай. Ай-яй. Ай-я. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Выкатить и сразу же закатить. Мега-изи. Один готов. Реально в контейнере. Мы можем управлять? Мы можем управлять этой огромной баржей. Понял. Прекрасно. Супер. Спасибо, что меня телепортировало сквозь текстуры. Это мне понравилось. Окей. Выезжаем. Паркуем. Изи. Здесь. Больня, завязанная сигнализация. Есть план. Воспользоваться физикой. И чисто технически мы можем с улицы, с первого этажа, не поднимаясь, сдернуть этот прибор. Вопрос про следующий. Если план какой? Мы начинаем отсюда. На катере приплываем сюда, берем. На катере приплываем сюда. Тык-тык. Обе машины паркуем. Припарковать машины типа 20-25 секунд. Окей, этот катер очень быстрый, мне это нравится. Типа хватаем и поплыли. Реально всего 60 сек. Есть вторая. И последняя машинка. Изи. 36. Вот это было идеально. Катер просто супер. Возможно, его можно было повернуть как-нибудь боком, здесь типа заплыть, и обратно прыгнуть в него же и еще быстрее приехать. Тирдаун. Огромное количество удовольствия. Счет 14, новичок, если хотите новую часть, ребятки.
Лупите лайкос. С вами был Джой. Специально для канала Джой. Увидимся. Пока-пока.